Всем привет! С вами Анна Глебова и прогноз погоды от блокнота Волгограда на эти выходные. В пятницу 29 июля будет переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Днем плюс 32 градуса, ночью плюс 19 градусов. 29 июля – Международный день тигров. Праздник, связанный с защитой и охраной популяции тигров на Земле. В субботу 30 июля в День дружбы в Волгограде ожидается облачная погода и небольшой дождь. Днем плюс 31 градус, ночью плюс 19 градусов. В этот день волгоградцы смогут попробовать трехцветное сало, арбузный мед и другие гастрономические изыски от местных производителей на фуд-фестивале, который пройдет на Волгоград-арене. Подробнее обо всех других мероприятиях читайте на нашем сайте в рубрике «Афиша». Последнее воскресенье июля и День военно-морского флота России синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Днем плюс 31 градус, ночью плюс 18 градусов тепла. Редакция блокнота Волгограда от всей души поздравляет всех военных моряков и офицеров, а также всех причастных к празднику. Поздравляем! Менеджер, строитель, мастер красоты, аптекарь, водитель – любой найдет работу по душе. Заходи на наш сайт «Блокнот Волгоград» в рубрику «Работа». Там ты найдешь работу по душе. Всем пока! Ярких выходных вам, волгоградцы!